Естественно, я пришла на свой избирательный участок сегодня проголосовать за кандидатов в Государственную Думу и кандидатов в Законодательное собрание Камчатского края. Прежде всего, я выполняю свой гражданский долг и, соответственно, прошу граждан, наших земляков, также посетить свои избирательные участки, прийти проголосовать, в частности, для того, чтобы выборы состоялись на благо нашего будущего, нашей Камчатки и, соответственно, наших детей.